Все начинается очень просто, мои хорошие. Вот как мы с Максимом пробежались сегодня, и все классно. Почему? Потому что мы поверили в вашу природу, в вашу пермскую замечательную природу. Замечательная зима, снег, деревья. Наполнился природой. Дальше решай проблемы своей личной жизни. Как решать? Принимай опять. Научился принимать свою судьбу, станешь мудрецом. Поэтому поймите одну простую истину. Главная причина того, что люди страдают в этом мире, разрушают семьи, это неправильный образ жизни. Мы замкнулись друг на друге. Мы потеряли любовь к природе, потеряли любовь к людям, потеряли любовь к Богу. И поэтому мы лишены этих сил всех. Смотрите, старую песню возьмем. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Сейчас кто-нибудь гуляет на улице с гармошкой? Весело вам? Я приехал в Сан-Франциско, смотрю, вообще людей на улице нет. То, что нас ждет. У нас все повторяется через какое-то количество лет. Я говорю, где люди? Мне говорят, в машинах, у каждого по две машины. Все ездят в машинах везде. Как жить, если нет людей вокруг? Одиночество, сплошное одиночество, потому что некому улыбнуться, не с кем поговорить. Нет отношений, нет жизни. Я не против Америки, как бы, я просто вам говорю, что есть проблемы везде, там, здесь, их надо решать. Будем решать. Хорошо, у нас лекция должна заканчиваться. Поэтому сейчас мы будем тренироваться, побеждать судьбу. Я вчера вам рассказывал, как это действует. Когда человек свою память отрывает от боли, в которой в сердце живет, настраивается на тех, кто молится, первое, что происходит, его сердце становится спокойнее. Второе, что происходит, он имеет силу влиять на ситуацию. Третье, меняется ситуация. Так, тремя такими кругами человек побеждает судьбу.